أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Наступил, дорогие братья, месяц Шаабан. Месяц Шаабан, о котором посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, высказался и сказал: «Залика шахрун яуфулю анху касирун минан наси байна Раджаба ва Рамадан, ва хува шахрун туртафа'у фихи л-а'малу иля Аллахи азза ва джалла, фа ухиббу ан юртафа'а амали иля Аллахи ва ана саимун». Этот месяц, месяц Шаабан, говорит посланник Аллаха, месяц, о котором забывают большинство людей, между Раджабом и Рамаданом, этот месяц, месяц вознесения поступков до Всевышнего Аллаха. И я желаю, и я люблю, чтобы мои поступки были вознесены, когда я в посте. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саляма, очень много постился в месяц Шаабан. И сказано: «Ма мин шахрин акфару сияман ли Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саляма минху фи шахри Шаабан». Не было другого месяца, в котором бы больше всего, помимо месяца Рамазан, в котором бы посланник Аллаха постился, чем месяц Шаабан, сказано в риваяте. Месяц Рамазан предшествует такие месяцы, как Раджаб, Шаабан. Таким образом, открывая наибольшие шансы перед людьми, беспечными, перед рабами, грешными, для того, чтобы они получили прощение от Всевышнего Аллаха, приблизились к милосердию Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах сам дарует такую возможность нам. И таким образом, месяц Шаабан, он еще нас и готовит к вступлению в месяц Рамазан. Чтобы месяц Рамазан не был очередным месяцем, похожим на другие месяцы, чтобы месяц Рамазан был самым лучшим месяцем в жизни каждого из нас, чтобы в месяц Рамазан мы получили тот магфират, то прощение Всевышнего Аллаха, который заслуживают лишь искренние рабы Всевышнего Аллаха. Итак, Всевышний Аллах, вместо того, чтобы раб Всевышнего Аллаха, испытывающий нужду в Аллахе постоянно, грешный раб, он должен сам искать у Всевышнего Аллаха прощение, искать у Всевышнего Аллаха для себя спасение. Всевышний Аллах, когда даже за теми рабами, которые позабыли Всевышнего Аллаха, Всевышний Аллах как бы держит их за руки, удерживает их и призывает: «Вот, вернитесь, мои рабы, ко мне, у меня прощение, у меня милосердие». Мы от Всевышнего Аллаха только отдаляемся, и мы остаемся в неведении от тех щедрот, от тех милостей Всевышнего Аллаха, которые Аллаху Та'аля приготовил для нас определенные ночи, определенные месяцы, благодатные события, которые становятся причинами прощения наших грехов, дорогие братья. И в этот месяц, это самый лучший месяц для проведения в постах, в ибадате, в поклонении Всевышнему Аллаху, в совершении благих деяний. Не для того, чтобы это было традицией только этих месяцев, а для того, чтобы это стало и в дальнейшем благое деяние, хорошие поступки стали традицией нашей традицией на весь год. Для этого Всевышний Аллах дарует нам эти месяцы и священные дни, и священные ночи, а мы не замечаем этих благ. Сегодня, дорогие братья, хотел бы обратить наше внимание всех на следующее явление, которое сегодня
которое именно вот в эти месяцы, в котором участвует большинство из нас. Это время летних отпусков, время летнего отдыха. Альхамдулиллях, хвала Всевышнему Аллаху, Всевышний нас даровал природным богатством, красотой нашей природы. Аллах даровал нам море, которым не может похвастаться, не могут похвастаться многие. И человек любит красоту природы. Он любит некоторое время провести в тени деревьев, для того, чтобы получить какой-то отдых, для того, чтобы освободиться от каких-то проблем. Соответствует ли такое желание и любовь, тяга к такому принципам ислама? Да, дорогие братья. Сподвижники пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассаляма, да и сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, они любили природу, они выходили пригороды Медины для того, чтобы находиться, для того, чтобы посидеть в тени пальмовых садов, для того, чтобы там напиться чистой родниковой водою из колодцев. Это то, что делал пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, и делали его сподвижники и табиун. Но наше поведение в таких мероприятиях, в таких местах, конечно, далеко отличается от поведения сподвижников, от поведения истинных муминов. Когда человек уходит за город, находит какое-то безлюдное место, он не уходит далеко от Всевышнего Аллаха. Он все-таки остается под взором Всевышнего Аллаха. И он должен соблюдать этику мусульманина в подобных местах. Есть адаб, в первую очередь, есть обязательные правила, обязательные положения, которые нигде не перестают действовать. К большому сожалению, люди, отдаляясь от людского взора, позволяют себе то, что не могут позволить себе перед остальными. Это не отдых, это отдаление от Всевышнего Аллаха, это грех. Там совершаются грехи, там много разных грехов совершается, там причиняется вред даже окружающей среде, природе. Это не исламский отдых, это не цивилизованный вообще подход. И поэтому в первую очередь мы должны знать, что ислам приветствует подобного рода, ислам приветствует отдых. Дозволенное развлечение ислам не порицает. Тем более мусульманин, мумин, пребывая в таких местах, он получает определенную пользу. В первую очередь он воздает хвалу Всевышнему Аллаху, любуясь красотой той природы, которую он видит. Он воздает хвалу Всевышнему Аллаху, он побольше познает Всевышнего Аллаха. Этот отдых превращается в очень полезное мероприятие, в котором мусульманин познает побольше Всевышнего Аллаха, ибо он видит чистоту воздуха, красоту природы, он знает, он видит творение Всевышнего Аллаха, и посредством наблюдения за творениями Всевышнего Аллаха он познает больше Всевышнего Аллаха. И поэтому, конечно, он в первую очередь отстраняется, отдаляется от того, что запрещает ему Всевышний Аллах. В первую очередь, находясь, пребывая в таком отдыхе, мусульманин ни в коем случае не будет откладывать обязательную молитву. Он в первую очередь возьмет с собой то, что необходимо для исполнения, в первую очередь, обязательной молитвы. Наступает время намаза, мусульманин в первую очередь, он должен заранее готовиться, он должен знать. Для этого он возьмет с собой и воду, он возьмет с собой и коврик для совершения намазов, он обязательно возьмет с собой книжечку.